Указом президента России начальнику республиканского управления Росгвардии Валерию Галоте присвоили звание генерал-майора полиции. В торжественной обстановке погоны руководителю вручил командующий Северокавказским округом войск Нацгвардии Сергей Захаров. В церемонии участвовал председатель правительства Борис Джанаев. Он отметил, новое звание говорит о высоком доверии, оказанном руководством страны, и подчеркнул, Национальная гвардия – один из ключевых гарантов государственной и общественной безопасности в Южном федеральном округе. Возглавляя управление Росгвардии по республике, вы делаете все необходимое для укрепления законности и правопорядка, сохранения мира и стабильности в нашем регионе. Особо отмечу конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта для достижения общих целей. Развитие Северной Осетии и благополучие ее жителей. Желаю вам и вашей сильной команде дальнейших успехов во благо нашей Родины. Крепкого здоровья, добра и благополучия.